Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Максимов. Я автор и ведущий видеоблога Real Bassist, или Реальный басист, посвященного бас-гитаризму. И сегодня я делаю видеообзор струн, но это будет не совсем обычный видеообзор. Что же такое интересное я держу в руках? Давайте посмотрим. На коробочке мы видим логотип Dadario, а также какая-то надпись, которая гласит Confidential Beta Sample, что означает совершенно секретный экспериментальный экземпляр. Что же это такое? Компания Dadario представляет на рынке абсолютно новые басовые струны NYXL Bass, которые поступят в продажу в России через 2-3 месяца. И мне выпала честь стать одним из первых, кто протестирует эти струны и поделится результатами этого эксперимента с вами, друзья. Итак, повторюсь, эти струны еще не поступили в продажу. Выглядеть упаковка будет не так, как вот этот вот черный ящик, потому что это бета-экземпляр. Внешний вид будущей упаковки вы можете видеть здесь, на заднем фоне моего видео. Сейчас я вам расскажу немножечко поподробнее об этих струнах. Итак, одна из основных и самых приятных особенностей этих струн для меня лично стал тот факт, что они производятся на собственном заводе Dadario в Нью-Йорке, в США, а не в Китае, Тайване и других странах. При всем уважении и моей любви к странам Юго-Восточной Азии. То есть Dadario гарантирует всеми любимое американское качество. Также хочу отметить, что эта линейка струн NYXL Bass позиционируется как премиум бренд. Сердечник или керн этих струн производят из высокоуглеродистой стали для повышения стабильности строя и увеличения срока действия этих струн. Мне даже рассказали такую легенду, я не знаю, правда это или нет, легенда это или быль, о том, что один из владельцев компании Dadario дружил с архитектором и создателем Бруклинского моста в Нью-Йорке. И тот подарил ему кусок троса от Бруклинского моста, после чего в лаборатории этот трос был разобран, проанализирован и подвергнут анализу. И, собственно говоря, такой же, либо похожий сплав применяется для изготовления вот этих вот струн. По-моему, очень веселая и милая история. Но, тем не менее, движемся дальше. Обмотка этих струн изготавливается из преобразованной никелированной стали, как говорят производители. Благодаря этому они обещают нам улучшение комфорта при игре и увеличение динамического диапазона. Как написано в пресс-релизе, струны от Dadario NYXL Bass обещает нам обеспечить безграничную палитру звучания с очень глубоким низом, с фокусированной атакой и насыщенными обертонами, а также увеличенным сустейном и стабильностью строя. Сейчас настало время протестировать, так ли это, и убедиться во всем собственными глазами, ушами и руками. Да, кстати, хочу отметить, что тестировать я буду комплект с толщинами 45, 65, 80, 100, 130. Пятиструнный комплект. Немножечко необычная комбинация толщин. Ну что ж, давайте посмотрим. Thank you.
Итак, друзья, вы послушали примеры звучания абсолютно новых струн NYXL Bass от Daddario, которые только появятся в России через пару месяцев. Я постарался продемонстрировать различные аспекты звучания этих струн при игре различными стилями и способами звукоизвлечения, собственно, представляя это на ваш суд. Теперь расскажу о своих собственных впечатлениях. Что касается эластичности струн, 5 баллов. Струны очень эластичные, очень мягкие, и на них комфортно играть. Что касается тембральных характеристик, скажу честно, это не самые ярко и богато звучащие струны в моей практике. Но тем не менее, новые струны от Daddario звучат достаточно насыщенно и качественно, и они могут стать вашей рабочей лошадкой. Я сегодня при вас вскрыл эту коробочку и поставил абсолютно новые струны. И, естественно, у меня пока не было возможности протестировать их долговечность. Но с нами магия кино, как всегда. В ближайшие 2 недели мне предстоит отыграть несколько концертов на этих струнах, и я протестирую, насколько долго, качественно и хорошо они звучат, как они себя ведут в концертной и студийной деятельности. Через 2 недели я досниму свой видеообзор, а вам лишь нужно подождать буквально пару секунд. Итак, ну что ж, вот и прошли обещанные несколько недель, а если быть точным, чуть больше 3 недель, и можно сделать некоторые выводы относительно долговечности этих струн. Итак, что я могу сказать? Я могу сказать, что за это время я отыграл порядка 7 концертов, плюс была какая-то студийная работа, ну и, конечно же, домашние занятия. В целом, струны себя показали достаточно долговечными. Конечно же, пропал первоначальный звон. Это, естественно, это неизбежно для практически всех струн. Но ко всеобщей радости должен сообщить, что эти струны не убились и не превратились в белевые веревки, как это часто бывает. Во-первых, остался сустейн. Во-вторых, тембральная окраска не сильно потерялась. Струны по-прежнему звучат достаточно полноценно. Сохранился правильный, нужный басовый тон. Сохранился низ. В общем, в целом я этими струнами доволен. Как я уже сказал чуть раньше, эти струны действительно могут стать повседневной, надежной рабочей лошадкой. В зависимости, конечно, от той цены, которую установят на нее производители. Хотелось бы еще отметить, что 2 года назад вышли аналогичные гитарные струны из той же серии NYXL. И они замечательно себя зарекомендовали и стали очень популярными на международном рынке. Надеюсь, та же судьба постигнет и этих басовых струн. В любом случае, решать вам. Сейчас я быстренько продемонстрирую, как же звучат струны после месяца использования. Вполне рабочие струны. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и добавляйте видео в избранное. Ну и до скорых встреч!